На днях в Ульяновский институт гражданской авиации поступила бесценная бандероль – министерский портфель с документами главного маршала авиации Бориса Павловича Бугаева, чье имя учебное заведение носит уже больше 2 лет. Личные вещи легендарного летчика передал в дар музею института его сын Александр. На основе нового документального поступления от семьи Бугаева руководство института планирует создать мемориальную музейную экспозицию о человеке-легенде гражданской авиации. И то, что первое, что сделал Борис Павлович Бугаев, вот, оставив о себе огромную память, это то, что создал первый в Советском Союзе международный центр подготовки летного диспетчерского технического персонала именно на Ульяновской земле, в нашем учебном заведении. И второй его огромный вклад, то, что вот наш сегодня головной отраслевой музей гражданской авиации находится на Ульяновской земле. Портфель с документами – не единственные поступления в музей из фонда Бугаева. В 2016 году его семья передала бюст маршала. Теперь он украшает фойе первого этажа первого корпуса института. Другие вещи хранятся в музее истории гражданской авиации. В феврале 2016 года здесь у нас в институте был с визитом Александр Борисович Бугаев, сын и внук. Значит, и они для нашего института, музея передали его маршальскую шинель парадную, фуражку и еще кое-какие его личные вещи. 9 февраля на мероприятии по случаю 95-летия со дня создания в нашей стране гражданской авиации память о главном маршале авиации Борисе Павловиче Бугаеве почтут минутой молчания. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.